Всем здорово, ребят, еще раз записываю вам еще один видосик. Я не люблю, там, знаете, где-то подслушано, подсмотрено. Я люблю писать уже достоверную, записывать информацию. Вот она наконец-то появилась у нас, и имеем, что мы имеем. Нам дадут 100% уже Ронина. Долгое время Ронин был известен как непобедимый мечник. Хотя не знаю, что там с мечом связано. Он путешествовал по всему миру. На тот свет немало первоклассных бойцов. Все изменилось, когда он познал вкус первого поражения в Нарсии. Вообще непонятно. Лежа на земле, израненный, покинутый, он вспомнил свою жизнь и понимал, что за все время ничего особенного не достиг. Каждый его бой был несерьезным, каждая победа пустой, незначительной. Так, долго звучалась насмешка, благодаря милости. Короче, они где-то пересмотрели либо фильма, либо не знаю. Ой, честно, читаю, ржать хочется. Ронин наконец-то отправился так и кинул место своего поражения, когда он окончательно встал на ноги, к сожалению, переросло в решение. Чувствуя себя в долгу перед страной, которая помогла ему открыть свое предназначение, он поклялся бороться за справедливость и восстановить мир. Короче, до слез тронуло. Что у нас будет 11 числа? Предложение 1 плюс 1. Обалденная акция. На других серверах она идет не только на 11 число, на день замковладельца, а и в другие дни. Это обалденная акция, где вы можете получить дополнительно плюхи, ежедневный бонус, все понятно, как обычно, за самый набор сбережения, количество самоцветов получите, соответственные награды, понятно. 10x найм героев на других серверах, он есть всегда, здесь только день замковладельца. То же самое, 20% скидку нам дадут. Предложение скоро будет. Самоцветные бонусы. Карта богатства. Подарок за вход я вам уже показал. Войди в игру и получи приз. Ну вот, подарок за вход это мы еще посмотрим. Войди в игру и получи приз. В общем, вот так вот. Так, что у меня тут? Еще раз на арену надо войти. Ну давайте войдем на арену еще раз. Старт. Сразу же можно нажать выход. Получить плюхи и ждем. Так, давайте побегаем по серверам. В принципе, больше ничего такого не добавилось. Добавили ежедневный бонус. Посмотрим. 500 карты. Дракон на второй день. 200 слизней. Ну, вот это вот ради этого, в принципе, можно забирать. Эмблемки такое себе. Карточки, скин. Ну, плюхи неплохие относительно того, что раньше было. За вход это, конечно, неплохие плюхи. Парящий остров. 50 книг, как обычно. Так. Продай свое очко ради одного бонуса. Короче, акции на русском сервере реально веселые. Ну, их хотя бы, знаете, в чем плюс русского сервера. Здесь акции хоть меняют по сравнению с другими серверами, то это плюс. Это все, типа, сделали как на английском сервере, чтобы не париться, только одни таланты выигрывают. Короче, ничего такого особенного. Ну, плюхи вроде плюс-минус неплохие. Такс. Хорошо. Окей, поехали посмотрим, что у нас делается по северам другим. Давайте забежим на английский сервер. Посмотрим, что здесь интересного есть. Так, Bingo Blast, понятно, значит, сегодня акции не очень. Так, подземки. Значки почета мы получили. Все с вами понятно. Так, оккультист, сумочки. Ну, большой пак такой себе. Но ради вот этих вот event coin можно забирать.
Очень полезная вещь. 2,5 миллиона кулаков продают. Такое себе, такое себе. С расходниками такое себе. Вот это неплохой пак. Можно скины на здание сразу же улучшить. В принципе. И Анубиса получить. Так, со скинами неплохой пак. 242 такое себе. Прайда, что сегодня? Сегодня что, уже пятница? Ничего себе, уже пятница! Вот это дни летят. Так, то же самое, что и там. Это у нас за найм, затрату. 80 бонус. Ваш РСД, это я вам показал. Орбы, мистические гифты не очень. В общем, все остальное точно так же, как и было. Отлично. С этим мы разобрались. Поехали, посмотрим, что у нас на Тайване делается. Сейчас быстренько такой кратенький обзорчик. Что по акциям, где есть. Тайвань. Ничего по акциям здесь не поменялось. Понятно все. Так. Тут акция, где можно собрать бесплатного Некроса. За роллинг героя можно за ЗПшки ролить. Поднять Некроса. Огник стоит вообще копейки. 500 рублей. И топовые плюшки к нему. Большие паки. Ну, такое себе. Так, этот не очень. Это не очень. Это тоже не очень. Вот это выгодный пак. Большой пак по 500. Вот это тоже неплохой пак, кстати. Ну, для начинающих аккаунтов. Так, окей. Поехали на следующий сервер. Давайте еще немку глянем. Что на немке творится. В общем, от сервера до сервера. Будем ждать уже сегодня. Думаю, вечером мы уже сможем увидеть, какие плюхи у нас будут. Либо завтра, либо сегодня. Так, это у нас что у нас? Что это у нас такое? Интересное. Понятно. Базар. Давайте ивенты. Ну, тут вообще ничего на немке сегодня нету. Понятно, все с немкой. Так, ну тут... Вот, смотрите, пак за 10 баксов. Обалденный пак. 750, нифига себе, плюс 40к за 50 долларов, такой же пак, как и на английском был на выходных, очень выгодный пак для тех, кому нужны самоцветы, советую брать монаки пересвета. Так, окей, давайте еще зайдем, я не помню, что это Португалия, по-моему, или Испания. Ну, что могу сказать? По акциям везде, как видите, разные сервера, но везде можно найти что-то интересное, если вы донатите. Если вы не донатите, то вы не донатите. Вам без разницы. За сотку. Ну, неплохой пак. Можно часть собрать зефира. Вот тоже, кстати, классный пак. Испанский, по-моему. Тут еще восьмое число. Так, здесь есть, а ну сейчас я гляну, что это за сервак. Да, это испанский. Так, это акции. Что у нас есть? Ну, здесь, в принципе, неплохо. 100 слизней, но запал один, а за ангела 100. Вот, кстати, вот это обалденно. Считайте, две топовых карты за палыча. Это сильно. Так, за хранителя сундучки и скин. Ну, тоже, кстати, неплохое. Но везде, видите, зефирка не падает практически. Практически не падает. Так, окей, с испанским мы, в принципе, разобрались.
Здесь еще восьмерки идут. 7 утра стоит. Так, это, по-моему, Португалия то была, это я не помню. Сейчас глянем, по-моему, Франция. Еще этот хочу глянуть. И португальский глянем. Остальные там уже такое. Ну, в общем, неплохие акции. Понравился коллекционер на предыдущем сервере. Так, ладно, потом позабираем. Карта есть, остров есть. Как он называется? Так, третья. Не понял. А, не, все правильно. Все правильно. Сиса. Сиса. Так, Хелли Клэшер. Ну, это то же самое. На всех серверах запустили, но видите, здесь описания такого нету, как у нас. Так, окей, что у нас тут есть? Вход, куча скинов, кстати, на здание. Те же плюхи, как и на английском. Вот, кстати, неплохо. Красиво сделали, дракончика поставили. Вот красиво, когда они так делают. Сиса. Тут такое тоже то же самое. Это, по-моему, Индонезия, если я не ошибаюсь. Да, это индонезийский. Это Португалия, а то Франция, по-моему. Сейчас еще Португалию глянем. И Францию давайте уже заодно глянем. Так, что тут у нас? Ну, тут такой же, как мы смотрели, сервер перед этим. Награды, плюшки, только по 600 сундуков дают. Нехило так. Так, что у нас тут? 4 сумки сразу же. Нифига себе. Вот это, кстати, очень круто. 4 сумочки. Идем, а Португалия. Да, Португалия, конечно, прикольно. Удивили. Окей, поехали глянем еще на Францию. По-моему, это Франция. В общем, как видите, на каждом сервере есть свои какие-то плюхи. На русском сервере без комментариев, на остальных, конечно, интересные есть вещи для бездонатов. Русский сервер — это отдельная история. Так, это за донат акция, просто интересно. Нифига себе, ого! Вот это я офигел! Вот это да! Нифига себе! Вот это они гонят, французы. Посмотрите, какие плюхи здесь. В принципе, то же самое, что и на этом. Ремка 9. Ну вот это реально гонило. Вот это я зашел, посмотрел, конечно. Это жесть, ребят. Посмотрите на то, какого можно героя здесь вытащить. Это просто аут. Зефирка. Огник есть. Оккультист, землеройка. Ну блин, целый зефир уже продается. Обалдеть. Ну если повезет, конечно. Ну это, конечно, круто. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.